Всем привет! Вы, наверное, уже сталкивались с ситуацией, когда, купив ребенку пластилин, думаете, а что же мне слепить? Все очень просто. Подписывайтесь на мой канал, здесь очень много разных идей, как сделать очень простую фигурку для своего ребенка. А в этом видео я покажу вам, как слепить Кешу из мультфильма «Мимимишки». Вообще, персонажи из этого мультфильма довольно простые, и слепить их самостоятельно из пластилина не так уж и сложно. Сейчас я вам поэтапно покажу, как это сделать. Берем коричневый пластилин, отделяем от него небольшую часть, которая пойдет у нас на другие детальки, и основную часть смешиваем с небольшим количеством белого, чтобы пластилин стал чуть-чуть посветлее. Дальше основной кусок этого светлого коричневого разделяем на две части, и половинку скатываем в шарик. Это будет у нас голова нашего Кеши. С точки зрения геометрии, наверное, самый сложный элемент в Кеше, но смысл в чем? В анфас голова должна быть немножко квадратная, а в профиль вот с таким носиком, как кабинка машинки. Ну или можете просто делать по образцу, как у меня. Следующим этапом делаем ему нос. Для этого берем черный пластилин, скатываем в кубик, даже не кубик, а параллелепипед. И все это сминаем в прямоугольничек. Нос у Кеши не круглый, а такой скорее прямоугольный. И прикрепляем его спереди. Немножко придавливаем по краям. Дальше берем два белых шарика маленьких и делаем из них глазки. Потом из двух маленьких кружочков черного пластилина делаем зрачки. Можно еще на зрачках сделать маленькие беленькие точки, блики. Будет покрасивее, но это слишком ювелирная работа, и наша игрушка уже не такая простая будет. А у нас задача сделать простенького Кешу. Берем небольшой кусок коричневого пластилина и смешиваем его с черным, чтобы получился темно-коричневый. Темно-коричневый нам нужен, чтобы сделать многие другие элементы на Кеше. Такие как, например, брови. Делаем две маленькие полосочки и прикрепляем их над глазками. Потом делаем ушки. Скатываем шарик и внутри в шарике сминаем небольшую круглую полость. Вот таким вот образом. Дальше берем опять наш темно-коричневый, делаем из него длинную колбаску. Это будет рот у нашего Кеши. Так, голова готова. Теперь делаем туловище. Возьмем синего и сделаем из него конус. И возьмем нашего коричневого светлого и сделаем из него второй поменьше конус полукруглый. И прикрепим к синему снизу. Ну это у нас как бы рубашка, одетая сверху на тело нашего Кеши. Ну и рубашка у нас отторочена фиолетовой резинкой. Рубашка или свитер там у него. Наверное, свитер все-таки. Фиолетовую эту ленточку наматываем на стык между коричневым и синим. Теперь сделаем ножки Кеши. Воздушный пластилин очень мягкий. Сделать, чтобы у нас фигурка стояла, можно, конечно, но это нужно будет воткнуть в ножки какие-нибудь штифты, или проволоченку, или зубочистки. Но мы сделаем проще. У нас Кеша будет сидеть. Поэтому делаем две ноги из коричневого пластилина и прикрепляем их снизу нашего туловища. Ставим сверху нашу голову. Голова большая, туловище маленькое, фигурка довольно неустойчивая. Делаем правую ручку ему задранную вверх, и чтобы она не падала, можно прикрепить ее к мордочке. А вторую ручку ему сделаем вниз, и чтобы он на нее упирался. Так наша фигурка не будет падать. Ну и маленький штришок добавим на руку Кеши коготки. Ну и с темно-коричневого сделаем еще ему ботиночки. Ну, они в виде просто маленького кружочка на пятках. Вот такой получился у нас Кеша из Мимимишек. Сидит и машет нам рукой. Попробуйте тоже сделать, уверен, у вас получится. И большое спасибо всем тем, кто подписывается на мой канал, ставит лайки, комментирует. Благодаря вам канал будет развиваться и будет еще больше всяких разных поделок из пластилина. Пока-пока!